Добрый день. Сегодня мы пришли к тому, с чего начали. Семена. Вот показываю, как мы собираем, как он созрел и как он выглядит. Посмотрите, вот поближе головочку. Погоди, посмотри. Вот это созревшие семена. Они уже все раскрываются здесь, коробочки. Если вовремя его не срезать, то все семена осыпаются на пол, на землю вернее. Поэтому нужно вовремя собирать его. Собираем мы его вот так. Раз. И два. Вот. Очень хорошо видно созревшие семянушки. Обычно мы собираем его выборочно. Потому что не, вон осыпаются, как бросила. Ага. Видите, сразу бросаешь, и они уже тут же усыпаются. О. Обычно мы выборочно это делаем. Те, которые созрели, мы, значит, убираем, а эти остаются еще, вот, допустим, еще не дошел до кондиции, и он тут растет. Вот. Потом эти семена на просушку. Сушим их или в мешочке в каком-то, или же я беру старые наволочки такие какие-то, и на солнышко высушиваем до состояния хрупкости хорошей, чтобы они хорошо перетирались. Мы показывали на видео, как это делается. Дети у нас там занимались этим делом. Вот, вот так. Тут практически уже все можно срезать. В каждом хоть одно семечко уже, если показалось, то снимаем его, убираем на просушку. Вот практически уже вообще высохли. Тут уже и сушить почти не надо. Так что теперь имейте представление, что это за семена, что это за шапочки. Ну все почти. И так дальше. Тут уже практически срезали готовые. И этот можно уже. Так, ну вот так вот как-то. Ну все, наверное. Понятно.